Полский госуниверситет подписал договор о сотрудничестве и взаимодействии с витебской IT-компанией Innovice Group. При поддержке последней также состоялось открытие научной инновационной лаборатории машинного обучения и больших данных. Госавтоинспекция Витебской области проводит профилактическую акцию по предотвращению дорожно-транспортных происшествий. Сотрудники ГАИ напомнят участникам дорожного движения о необходимости соблюдения ПДД, проведут отработку наиболее опасных участков дорог. В учреждение здравоохранения Витебской области поступило 100 кардиомониторов. Оборудование получено в рамках реализации проекта группы Всемирного банка «Экстренное реагирование на COVID-19 в Республике Беларусь». 15 кардиомониторов направлены в Новополоцкую больницу. Полоцкий пограничный отряд приглашает учащихся выпускных классов для поступления в Институт пограничной службы и другие вузы, осуществляющие подготовку офицерских кадров Беларуси и России. Более подробную информацию можно найти на сайте института, а также узнать по телефону в Полоцке 43 20 87.